Всеми ожидаемый хардфорк биткоина состоялся. Как сообщает News Bitcoin, 1 августа в 12:37 по Гринвичу биткоин, краеугольный камень криптовалютного мира, разделился на две разные валюты – биткоин BTC и биткоин кэш BCC. Затем последовала активация клиента новоявленной валюты биткоин кэш. Однако не обошлось без противоречивых отчетов и ряда технических трудностей. Согласно апдейту News Bitcoin, майнинг первого биткоин кэш блока состоялся в 14:14 по восточному времени. Многие биржи заявили, что они не планируют поддерживать биткоин кэш. Однако такие гиганты, как Kraken и Bithump, отметили, что добавят BCC в ближайшие дни.